Артисты Чувашской государственной академической симфонической капеллы стали участниками третьего международного онлайн-фестиваля «Адмиралтейская звезда». Он прошел в Санкт-Петербурге. Раскрытие потенциала, сохранение самобытного народного творчества, знакомство с новыми тенденциями – цель фестиваля. По его итогам артист оркестра Чувашской государственной академической симфонической капеллы Анжелика Сидорова взяла серебро в номинации «Инструментальная музыка». Екатерина Николаева стала лауреатом первой степени в направлении «Оригинальный жанр» и «Инструментальная музыка». И она же взяла гран-при третьего международного онлайн-фестиваля «Адмиралтейская звезда».